Все-таки умеют российские олигархи производить впечатление в Лондоне. Только и разговоров, что вот об этой роскошной яхте миллиардера Андрея Мельниченко. Роскошное судно заметили на Темзе. Это произведение корабельного искусства, зовется моторная яхта А. Длина 119 метров, вертолетная площадка, 3 бассейна, роскошные каюты на 14 гостей. Дизайн от знаменитого француза Филиппа Старка. Это лишь часть ее достоинств. Судно обошлось Мельниченко в более чем $300 миллионов. Мне кажется, можно еще одну математическую задачку сейчас придумать. А теперь олигарх хочет его продать. Впрочем, без плавсредств россиянин не останется. Другая его собственность, самая большая в мире, парусная яхта, тоже с инициалом А. Ее длина почти 143 метра, а стоимость $400 миллионов. Мне кажется, задачка могла бы звучить так. Сколько жизней понадобится провинциальному российскому учителю, чтобы купить такую яхту?